«Бегущая книга» – это не персонаж сказки Федорина Горя, так называется всероссийская акция «Библиотекарей», пройдет она 1 сентября. Проводится интеллектуальный забег дважды в год. Орловские книгобежцы будут принимать участие в нем второй раз. Мы участвуем второй раз, так как акция два раза в год проходит. Мы провели ее весной, она была посвящена Дню библиотек, и вот, соответственно, сейчас. Вопросы будут по истории Олимпийских игр, о знаменитых спортсменах, о разных видах спорта. 1 сентября в полдень библиотекари в спортивной форме пробегут до сквера Гуртьева, где и будут задавать спортивные вопросы горожанам. За правильный ответ вручат призы. Так как мы библиотека, наш подарок – это книга. Книги разнообразные, для разного возраста, и для пожилых, и для, даже и для деток приготовили. Также у нас и вопросы детские подготовлены. И приглашение в нашу библиотеку. Как говорят организаторы, акция нацелена на популяризацию библиотек как место для познавательного досуга и одного из центров культурной жизни. Книга востребована. Интернет интернетом, а первый источник он важен.